Дорогие друзья, я рада вас приветствовать на втором международном конгрессе волонтеров познавательного туризма и медиа «Живое наследие малой родины» и литературного фестиваля «Узнай Россию. Донское слово». Они проходят в два дня, 15 и 16 января. Целью данного мероприятия является подведение итогов 2020 года в сфере волонтеров культуры и медиа и развитие, скажем так, туризма и вовлечение ребят. Я хочу вам привести одну цитату Антона Павловича Чехова. Мне кажется, что она очень хорошо отражает на самом-то деле всю суть того, как должен человек относиться к родному месту. Он говорил, что он счастлив, что он может быть хоть чем-то полезен родному городу, которому он обязан многим, и которому он питает очень теплые чувства. Я вам желаю, чтобы вы тоже питали очень теплые чувства к своему родному месту, о нем никогда не забывали и помогали ему быть столь прекрасным, каким он может быть. Спасибо.